Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, друзья, очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Сам кисеру геймба гайдин, сам кисеру дурен, сам амьёкусал. Последние годы японские компании проявляют все больше интерес к работе на российском рынке. Прежде всего, я бы отметил область машиностроения. Я хочу вас заверить, мы сделаем все для того, чтобы наши японские партнеры не разочаровались, чтобы они были довольны своей работой в России. Мы традиционно работаем в сфере энергетики совместно. Здесь тоже есть очень хорошие перспективные проекты. Татему Юбона, но проект ему так санимас. На сегодня доля российского газа на японском рынке достигла 10%. Планы по развитию отношений. Я так согласен, что как или рекок на кигио, не ва, а но у тагай но кирек но сумеру кансинга. Канек такая манда. Мы будем поддерживать эти все. Ну и конечно, хочу вас уже вне рамок официального вашего визита попросить передать самые лучшие пожелания и слова благодарности префекту Акита за такой милый подарок, за то, что он передал собаку, щенка этой породы Акита Ина. Она уже в Москве. Там мне сказали, что сам он больше любит кошек. Предупредите, что я ему в ответ пошлю сибирского кота побольше. Очень полезная встреча. Варвары на Шиндай Канке готовы раз углубляться. そしてこの措置でのですね、もちろん日本としては全面的に協力したいと。プーチン大統領おっしゃっていただきましたけれども、становится более важным и